Всем привет! С удовольствием приглашаю всех на стадион «Центральный». Заключительный уикенд сентября в Новороссийске получается максимально спортивным и максимально футбольным. Через несколько минут мы станем свидетелями матча 12-го тура МЛБ первой лиги между «Черноморцем» и «Саратовским Соколом». А накануне на разогреве у этих команд выступали легенды российского футбола и легенды футбольного клуба «Черноморец». Две линии насыщенные. На первый 5 человек оборонительные, на второй 4. И выше всех располагается, естественно, Артем Максименко, который пока без движения находится для того, чтобы сохранить силы для рывка. Дальний удар! Неплохо. Мяч над перекладиной пролетает. Это снова Родионов. Уже второй выстрел по воротам Петра Косаревского на счету 69-го номера «Черноморца». «Черноморец» очень здорово в последнее время выступает. 6 матчей без поражений в МЛБ первой лиги, 4 победы. И победа над Ротором, среди прочих, была самой эмоциональной. Большими силами хозяева пошли в штрафную площадь гостей. Подача высокая! И непонятно, от головы игрока «Черноморца» или «Сокола» полетел створ ворот. Нам Чарова показывают. «Черноморец» владеет территориальным и игровым преимуществом. Правда, моментов по-прежнему очень мало. Вот, может быть, сейчас хороший выход к воротам. Сильный прострел. 1-0 в пользу хозяев. Я вас не слышу. Я вас не слышу. Показывает Даниил Гурченко. Через левый фланг и полуфланг старался чаще атаковать «Черноморец» в первом тайме. Но именно правый латераль, правый полузащитник подключился в штрафную площадь и открыл счет. Что-то готовят новороссийцы. Стежко выигрывает вверх. Ничего себе. И удар через себя ножницами. Уридия. Красиво, эстетично. Ну вот они, стандарты. Ну что, посмотрите. Стежко выиграл вверх. Бессмысленно спорить. А дальше кулаком Косаревский врезается в голову центральному защитнику «Черноморца». Пенальти! Вот это да! Компенсированное время к первому тайму. «Черноморец» может забить второй. Косаревский! Исправляется на все 100! Вроде бы в самый угол пробил Уридия, но Косаревский угадал и потянул этот удар. И которые по-прежнему свежи. Уж минут на 25-30 их точно хватит. Мераби Уридия. Шикарная скидка! 2-0! Мераби полностью исправляется за свой промах, а забивает Кротов. Вячеслав Кротов, который в прошлом матче не появился в стартовом составе с Ротором, появился сегодня и в одно касание переправил мяч в ворота Косаревского после скидки Мераби Уридии. Хорошая передача в центр. Вот идет сейчас игра у «Черноморца». Буквально все получается. Уридия. Мераби продолжает крутить, вертеть, обыгрывать и бить в створ ворот Косаревского. Да, за последние 5-7 минут сколько «Черноморец» и опасных моментов создал, и забил. И сколько еще подходов было в исполнении команды Олега Василенко. Что Карпицкий хоть как-то в игру вовлекает себя, только стягиваясь назад на свою половину поля. Хорошая подача. Фищенко. Назад скидка. Хорошее забегание. Можно пробить! 3-0! В ближний угол! Это красота! Замены действительно в МЛБ первой лиги работают. Магомед Мусалов открылся под передачу. И мяч в ближнюю 9 отправил, да так, что у Косаревского шансов не было. Прямое попадание. Акбашев, Селестино. Виталий Стежко. Скрытый герой матча. Центральный защитник «Черноморца», на мой взгляд. Очень хорошую игру провел. Ну а Даниил Гурченко, забивший еще в первом тайме,
является автором победного взятия ворот.